У 4-м філіялі Гомельской центральной городской поликлиники жартуют, что для организации приема у всех жадающих им не хапает еще нескольких поверхов. При плане на день у 375 человек реально эта лишьба удвоя большая. По великим рахунку зменшить черги могла бы допомогши электронная регистрация. Такая у поликлиницы распрацавана. Але заменить паперовые носьбиты покуль не махчима по нескольких причинах. Медицинская картка – официальный документ, отменить якую можно только загадом Министерства аховы здоровья. До того, ж урашам спотребится электронный подпись, який каштуе не танно. Отповедные сродки у бюджете не предугледжены. В тех условиях, в которых мы сейчас работаем, у нас 52 тысячи на обслуживающее население, конечно, бывает, скажем, уследить за бумажным носителем карты, особенно если пациент записывается к 3-4 специалистам одновременно в один день, очень достаточно бывает сложно, то есть передавать эти карты. Когда мы придем к тому, что у каждого доктора будет своя электронная подпись, и он будет подписываться под своим приемом, то есть введением данных в электронной системе, вообще всякие вопросы снимутся. Каб зменшить черги, у филиала Гомельской поликлиники изменили режим работы регистратур. Теперь они начинают обслуживание 7 годин. Некоторые открываются и еще ранее. Во всех филиалах пропонуют запись по интернете. Выкористовывают такую махчимость не все, але колькость тех, кто приходит за талончиком самостоятельно, постоянно снижается. Более 60% населения сегодня записываются на прием к врачу через интернет. Только за 2016 год запись через интернет увеличилась в 2 раза. Она востребована. У центральной городской поликлиницы признаются, махчимостей для полепшения якости обслуживания еще шмат. Например, выписывать хроничным хворым рецепты на леки, как минимум на полгода, как позбавить от необходимости частого наведывания поликлиник. Не до конца дрогулявана и система приема по записи. Ни для кого не секрет, у чергах перед кабинетами можно провести не одну годину. То некому спотребится трапить до ураша терминово, то самим медикам не хапает часу, как провести прием у вызначенный термин. Гэтая проблема сегодня так само у поле зроку администрации Гомельской городской поликлиники. Системность приема врача в соответствии с той записью, которая у него осуществляется ежедневно. Чтобы прием осуществлялся сугубо в отведенное для пациента время, что позволит сразу исключить хаотичность и образование очередей незапланированных. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадо компания Гомель.